Стамбул – единственный город, расположенный одновременно в двух частях света – в Европе и Азии. Он находится на берегах пролива Босфор, стратегически важной артерии на карте мира. Говорят, кто владеет Босфором, владеет морями, а значит и всем миром. Вот почему Стамбул, древнейший город планеты, не может похвастаться спокойной жизнью. Здесь она бурлила всегда. На протяжении 2000 лет он был столицей великих империй – Римской, Византийской, Османской. Понимая важность крупнейшего и красивейшего города Европы, «Сибирское здоровье» торжественно открывает в Стамбуле представительство компании осенью 2011 года. В комфортном центре обслуживания компании представлена продукция корпорации. Работает интернет-магазин. Создано удобное пространство для переговоров и встреч. 15-миллионный город – отличное место для новых стартов. Для предпринимателей будущего, которые хотят изменить свою жизнь и жизнь своей страны. Турция – 17-я страна на карте сибирского здоровья. –